Спасибо. Прозвучала композиция под названием «Прогулка». Да, с нее начался мой композиторский опыт в 16 лет. Потом ничего не писал, только учился. Потом накопилось и, видимо, пошло. Да. И когда ты пишешь в таком возрасте, да, потом уже, конечно, со зрелым возрасте ты уже все дорабатываешь, да. И также песни, которые мы пишем, Сережа пишет, да, я, конечно, воплощаю тоже свое. Конечно, не все сразу получается, что-то как ты хочешь. Конечно, начинаешь эти песни проживать, все это внутри, да, и с каждым разом она больше совершенствуется. Поэтому я думаю, что вот мы сейчас более созрели, даже с Сергеем какие-то песни, особенно я вот про себя говорю, конечно, больше, потому что мне это всегда ново, кто вот тут знает, да, что я, конечно, в свое время по молодости пела в ресторане, работала и пела, но потом я пошла, я же академистка, то со мной учились. Да, по секрету, солистка театра оперы и балета. Была, да, это была. Вырежешь крыла, да, и копыли, и много чего. Поэтому что-то такое петь. Мы нашли свою стилистику, да, кому-то тоже будет очень интересно. Итак, что мы начинаем наше второе деление, да. Я думаю, что вы с удовольствием уже слушаете, да? Да, вы держите. И ваши улыбки, да, ваши глаза, я вот плохо вижу, но улыбки точно вижу, да, они такие сияющие. Но это самое такое ценное, что нам сегодня нужно, да, это от вас, да, потому что весь вечер, он принадлежит только вам. Начинаем. «Солнце край» — так называется сегодняшняя программа, так называется эта песня. Осень багряными листьями сплачет дождь за оконным стеклом. Но любовь твоя верная, чистая, груз махнет лебединым крылом. Солнце играя обнимается с речкою, и проснулись уже фонари. Ты вдали от меня этим вечером, номер мой просто так набери. Выпьет ночь свое время до донышка, ты уснешь, вспоминая меня. Свет улыбки твоей, словно солнышко, на восходе прошедшего дня. Солнце край обнимается с речкою, и проснулись уже фонари. Ты вдали от меня этим вечером, но мир мой просто так набери. Осеннее хмурится, ветер вьет на столбах провода. А я верю, однажды на улице повстречаемся мы навсегда. Солнце край обнимается с речкою, и проснулись уже фонари. Ты вдали от меня этим вечером, но мир мой просто так набери. Солнце края обнимается с речкою, и проснулись уже.
Людмила Чазганова, Сергей Егоров и Дмитрий Мальцев. Как всегда, придется мне оставить эту сцену. Да, песня называется «Не гони коней». Это песня о жизни, наверное, все-таки. На стихи Анатолия Пшеничного. А когда я молод был, над судьбой смеялся, все время торопил, опоздать не боялся. Думал, все переберут, разнесут на части, перегонят, обойдут, и не хватит счастья. Перегонят, обойдут, и не хватит счастья. Не сказала мама мне, не накликай худо, не гони коней, не гони, не загнал бы прокуда. Не гони коней, не гони, не загнал покуда. А потом прошли года, что-то добивалось, вроде бы не опоздал, только не досталось. Не досталось в жизни мне ни любви, ни ласки. Видно, верного верни, матушке без сказки. Видно, верного верни, матушке без сказки. Говорила мама мне, не накликай худо, не гони коней. Не гони, не загнал бы покуда. Не гони коней, не гони, не загнал покуда. Вечерком речки своих загнанных коней трогают уздечки. Мне бы еще чуток судьбы, не гонял бы боли. Только кабы, только бы не играют роли. Только кабы, только бы не играют. Говорила мама мне, не накликай худо, не гони, сынок, коней, не загнал бы покуда. Не гони, сынок, коней, не загнал покуда. Не гони, сынок, коней, не загнал покуда. Не гони, сынок, коней, не загнал. Это вот, в принципе, романс, современный романс. Анатолий Григорьевич, когда... Ну, мы показали, что в сыром виде таком, когда решили так написать этот романс, он был так удивлен. Это я совсем с другой задумала. Но мы этот романс все-таки пытались доделать, пытались его петь. Я его все-таки проживала очень долго, немножко доработали. Но сегодня это премьера этого романса. Она немножко написана в стиле, она написана, ну, не немножко, а написана в стиле поп-рок. Как Сережа ее задумал, так вот мы вам ее исполним. Thank you.
петь и петь. До совершенства буду его искать, потому что такие вещи даются не очень просто. Да, я задумывал, как песня «Я свободен», а Кипелова, да, вот в этом стиле примерно. Ну, я надеюсь, получилось. Людмила Чезганова, да? Дмитрий Мальцев. Песня называется «Дома, корабли». Ну, как, да, это песня про наши многоэтажки, в которых большинство из нас находятся часто. Сложилось несколько, даже два альбома, у нас полных два альбома, да. «Осенний дождь». «Осенний дождь». Эту песню как-то мы позабыли ее вообще, а сейчас очень актуально ее. Я ее вытащила как-то, как говорится, из-за стола, да, и решила попеть. Очень давно ее не пела, но вашему вниманию «Осенний дождь». Капли бьют
оживить в моем сердце живую струну, то мечты те сольются навсегда ты судьбы, где мы счастливы вместе с тобой я и ты. Осень-осень, прощай, облетела листва и с собой унесла наши клятвы слова. Те слова, что с тобой будем вместе навек, где теперь мой любимый родной человек. Капли ударяются в лужи, знай то, что ты мне очень нужен. Впредь к тебе не буду столь жестоко, без тебя мне одиноко. Дождь спустили злые тучи, сердце мне, пожалуйста, не мучай. Приходи, побудь со мною рядом, о плохом не вспоминать не надо. Ты ушел навсегда, так хотел, так бежал, чашу хрупкой любви не удержал. На осколки распались, разлетелись мечты, стрелки остановились на часах те, что ты подарил мне когда-то и любить обещал, но слова свои клятвы пока не сдержал. Возвращайся скорей, я тебя очень жду, ведь по-прежнему жить без тебя не могу. Дождь, капли ударяются в лужи, знай то, что ты мне очень нужен. Впредь к тебе не буду столь жестоко, без тебя мне одиноко. Не вспоминай, не надо. Дождь, дождь, капли ударяются в лужи, знай то, что ты. Песня «Синий душ» — это песня из нашего первого альбома с Людмилой совместного. Да. Альбом называется «Берегите родителей». Кстати, есть диски, кому интересно, они у нас есть сегодня. Это песня совместная работа с Натальей Кличко. Это, она живет в городе Репкино. Да, у нас география такая, не все в Москве живут. Вот. А теперь у нас, да, новая совместная работа с новым человеком, для нас новый. Ну, знакома мы давно, конечно. Ее подруга нам написала стихи для песни «Тысяча причин», которая дала название нашему коллективу. А это у нас Светлана Чиколаева. Я ее приглашал, но не знаю, она пришла, не пришла, не знаю. Вот. Если пришла, то значит хорошо. Ну, не пришла, значит в следующий раз придет. «Точка-прием» называется песня. А если кто-то хочет потанцевать, милости просим. Это очень веселая песня. Написана в латинском таком стилистике. Ночь приготовила.
прием. Точка, тире, тире. Да, это тоже была премьера песни. О, премьера. Вы заняли второе место и выиграли 30 тысяч рублей.
А сейчас наши тропы! Разные авторы, и поэтому и музыка ложится совсем по-другому, поэтому у нас есть такое разнообразие сразу песен. Да, и все песни у нас о любви. Все о любви. Все. А следующая прям так и называется. Любовь. А здесь еще у нас и сидит любовь одна. Это замечательно, да, и сколько она носит в себе эти чувства, да, любовь, да, переживания, все это любовь. И у нас песни повторяются, я не знаю, раз 17 или 20, а что-то забыла посчитать. Поэтому как не залюбишь все. Всех и вся. Песня «Любовь».
бежит к тебе, к тебе, к тебе, к тебе. Прожить до утра, усни.
Я разбужу тебя чуть раньше дыхание весенней зари. Я разбужу тебя, остав твоих плывут корабли. И я все пробую, кроме линий твоей нежной руки. Прости, мне кто-то сказал, любовь — это молитва реки. Когда на крутом дождь, и мне приснится, что ты любишь и ждешь, я сосчитаю шаги, которые ты не пройдешь. Когда на крутом дождь, ты моим именем его назовешь. Капризы этой любви ты не простишь, не поймешь. Вторник, и мы в этом прекрасном АКВ «Рит Плюс». Спасибо! Сергей Егоров, Людмила Саша, я вас поклонник. Да? Дмитрий и Александра Мальцевы. Спасибо! А сейчас, дорогие друзья, если вы сегодня пришли без веников, вот понимаете, вот большие музыканты, вот большую букву я имею в виду, да? А, выросли большие, да? Вы представляете, вот, ну, какие песни они пишут, вот, да? Вот заслушаешься, да? Что Дмитрий, что Сергей, это просто, да, кладезь. И когда они сейчас вместе, это просто такая сила, я просто как на коне, на таком, и чувствую себя очень хорошо, да, вместе с ними. Ну, давайте тогда с веничками, что ли, про Ваню. Кто не любит-то ее? Про Ваню, то что, мы не споем разве сегодня? Да, русскую-то Ваню, кто не любит? Проснемся немножко, уже вечер подходит, а к концу... И прием компании мы наши, тебе с соленой рыбкой и пивком. Их растопи-ка, баня ваша, жару ты для нас не пожалей. А чтобы развернулась душа наша, Ольга, ты нам бутылку приготовь. Эх, баня, русская баня, эх, ты чего ж, к бане хороша. Эх, баня, русская баня, там отдыхает тело и душа. Эх, баня, русская баня, эх, да чего ж ты, баня, хороша. Эх, баня, русская баня, тут ладно с чувством, с долгом и не спеша. И не понять ни немцу, ни французу, да и куда, в Америке, понять? Эх, баня, русская баня, это чего уж ты, баня, хороша. Эх, баня, русская баня, там отдыхает тело и душа. Эх, баня, русская баня, это чего уж ты, баня, хороша. Эх, баня, русская баня, тут главное чувством и с болтом и не спеша. Жару ты для нас не пожалеешь.
чего ж ты, Ваня, хороша? Эх, Ваня, русская Ваня, там отдыхает тело и душа. Эх, Ваня, русская Ваня, эх, да чего ж ты, Ваня, хороша? Эх, Ваня, русская Ваня, поглави с чувством, с другом не спеша. Если стал твой корабль давно на последнем приколе,
«Кладбище причин» Людмила Чизганова, Сергей Егоров, а также Дмитрий Мальцев. Спасибо вам, друзья. До новых встреч. Мы надеемся, еще раз с вами встретимся. Подготовим еще и другие песни.